Чем меньше получает муж, тем больше получает он от жены. Останься, тварь! Что за работа такая собачья? Коля. Галь, еще поесть? Да, Коль, все есть. Огурец, хлеб, соль, вода, кипяток. Давай, давай, кипятка. Остыло уже, я тебе подолью еще кипятка. Ай, кипяток. Ай, ну и работа-ка. Ай, врагу не пожелаешь. Полдня сегодня сыр бульдозером давил. Дорблю. Зараза вонючая такая же. Бульдозер кое-как отмыл потом. Собаки эти бежали за мной от самой свалки. Не покусали? Да кого покусали? Облизали. Коля, может тебе уйти с этой работы, а? Ты что такое говоришь? Галь, есть такая профессия. Родину зачищать. Коль, ты хоть обедал? Да какой там обед? Галь, там как на войне. Вороны кружат, хамон летит кусками из-под гусениц. Собаки персики жрут. А мы, представляешь, гусей венгерских жгем. Гусей венгерских? Если б ты видела, как они корчатся, когда горят. Господи, мы, чтобы это не видеть, мы их в фольгу заворачиваем. Коль, у тебя кровь на рубашке. Это кетчуп французский. Застирай, а то увидят, кто посадит. Галя! Галя, ты что делаешь? Галя, ты что? Ты нарушаешь закон Российской Федерации! Коля! Это ж пармезан! Какой кусок огромный! Черт! Из кармана выпал. Я ж тебя просил карманы мне зашить. Это все из-за тебя, ты мне карманы не зашила. Коля, что теперь делать-то будем? Что делать? Что делать? Что делать? Можно сожрать. Можно Ниву купить. Откройте, полиция! У вас пахнет пармезаном! Это Пошехонский! Пошехонский это? Не надо брать, нас не обманешь! У нас мышь служебная! Откройте эту дверь, вышибем! Рекс! Ищи, Рекс! Ищи, Рекс! Ищи, Рекс! Ищи! Ищи, Рекс! Вот он! Фурекс! Фурекс! Ко мне! Ко мне! Место! Место! Вот хорошо. Сидеть, Рекс. Я смотрю, тут полкило будет. Это на высшую меру тянет, ребятки. Товарищ лейтенант, может договоримся, а? У меня автомат есть. Незарегистрированный. И две гранаты боевые. Ты что, это хочешь с высшей меры на административное нарушение соскочить, да? Галя! Галя, ты что делаешь? Какой поем перед смертью! Галя, ну тогда сюда! Что ты говоришь, Галя? Вы мне штоки уничтожаете! А ну стоять! А ну да сюда! Ну да сюда сказал! Да сюда! Да сюда! Да сюда! Да сюда! Да.
Вкус. Ну вот и все. Ну что, лейтенант, может, сейчас договоримся? Ты что, мне взятку предлагаешь? Вкуснятку. Взятку-вкуснятку? Взятку-вкуснятку. Галя, что ты сидишь? Иди принеси там хамон на кусочек, маленький завалялся. Иди там, в подвале, за бочками. Хамон? Хамон. 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 Свежий? Почти. Вчерашний. Галь, ты что принесла? Это ж прошутто. Это же испанский окорок, я тебя... Я тебе итальянский прожил, хамон принесли. Да ладно, что испанский, испанский так испанский. Коля, там ничего не видно, там вот такая стена из моцареллы стоит, свет не пропускает. Так, ладно уж, что, вот там еще гусей венгерских, они уже в фольге готовы уже. Гуси? Ну что, я пойду, а что мне со всем этим делать-то? Уничтожать? Только потихонечку, а то живот сведет. Ага. Сейчас я... Рекс, Рекс, Рекс. Домой, хоп! А, давай. А можно к вам на свалку как-нибудь устроиться, а? Пожалуйста. К нам? К нам на свалку? Товарищ лейтенант, ну... Ты понимаешь, ну, я со своей генеральской должности сам кое-как туда пролез. Нет. Пожалуйста. Не, ну если, может быть, у тебя, не знаю, может трактор есть? Трактор есть. У зятя трактор японский. Надо что-нибудь наше, да белоруську какую-нибудь. Он же это мощный, он же все перемолет в труху. А белоручка, она же на пневмоходу, она даже упаковку не рвет. Ну да, я, ладно. Что менять на белоручку и давай к нам. Все, иду. Витёха, ага. Давай. Ага. Я через стену тогда тут. Ага. Пролезет где хочешь, а? Коля, ты же ему почти все отдал. Как мы теперь жить-то будем? Нормально будем жить, Галь. Хорошо будем жить. Припеваючи. А лишь бы санкции не отменили.